результате ДТП в Карабудахкентском районе погибли 2 человека. Накануне вечером на 13-м километре автодороги Манас-Сергакала 61-летний житель республики, управляя автомобилем Ford, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Приора под управлением 46-летнего жителя Сергакалинского района. В результате происшествия водители обоих транспортных средств скончались на месте. 23-летний пассажир Приоры с различными травмами доставлен в больницу. В Дагестане, селе Тинип Табасаранского района, будут строить современное овощехранилище. Ожидается, что вместимость склада составит свыше 1000 тонн. Уникальность объекта объясняется установкой 8 холодильных установок, способных регулировать температуру и газовую среду в помещениях. На покупку оборудования инвестор получил средства в виде господдержки и гранта от Минсельхоза Дагестана. Сдача объекта запланирована на конец 2022 года. Чем раньше, тем лучше. Дагестанка завысила свой возраст на 18 лет, чтобы незаконно получать пенсию по старости. Для этого 48-летняя жительница Левашинского района получила подложный паспорт. С этим ей помогли сотрудники местного отдела миграционной службы. В результате с 2012 по 2018 годы она получала пенсию на общую сумму более 1 миллиона рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. МЧС предупреждает, в период с 17 по 18 марта в Цунтинском, Ахтынском, Цумадинском районах и на Биштинском участке повышенная лавиноопасность. Спасатели рекомендуют населению воздержаться от дальних поездок, походов и проявить бдительность. Напомним, накануне в горах республики уже сошло несколько лавин. Более 10 населенных пунктов остались без транспортного сообщения.